Майнкрафт, но кто твой папочка? Сегодня я и мой друг Няшка сыграем в игру, где есть ребенок и отец. Задача ребенка как можно быстрее сделать что-то неприятное себе, когда задача отца спасти его всеми возможными способами. Кто выиграет? Смотри до конца, чтобы узнать. 50 тысяч лайков в следующей серии выходит как можно скорее. А чтобы не пропустить, срочно подписывайся на канал. А мы начинаем. Приятного просмотра. Мама будет дома в 4 часа. До этого времени мне каким-то образом нужно сделать себе больно и плохо, потому что я ребенок, и в этом смысл этой игры. Няшка сегодня батя-отец. Няшка, привет. Здрасте, алло, сына, ты чё, ты школу сейчас прогуляешь, алло? Какую школу? Мне 5 месяцев, какую школу? А, я думал, у тебя уже 30, господи, ладно, ну этот, пошли в ясли, все. Не-не-не-не-не-не-не, никакие ясли, я знаешь что, хочу телек посмотреть, вот очень сильно хочу. Нельзя. Детям нельзя, запрещено глаза. Ты убьешь глаза, потом будешь в очках ходить всю жизнь, вот это вот мучаться. Да ладно тебе, нормально. Вот что это такое. О, вкуснятина вообще. О, вот это вот мне нравится. Вот это вот мне по душе. Куда ты там залез? Я отбеливатель прямо сейчас выпил, Няшка. Какой отбеливатель? Вот такой вот отбеливатель. Сына, ты нормальный? У меня осталось половина здоровья, быстрее, что это? Так, какая-то книжка. Что нет? Нет, ты не будешь, положи на место, положь на место. Да ладно тебе, я побежал, все хорошо, бать. Ты вообще это не переживай, я сейчас в кармане, ты посмотри, я проверил карманы, я сейчас вытащу кое-что, я сейчас ремня тебе дам, алло, сына, куда ты без моего ведома? Да ты что, о, ключи от машины, пока, до свидания, я поехал, быстрее. Как залезть? А все, ты запер, все. Я не понимаю, как? А, вот оно как. Вот это да. Пока! Что? Как сесть? Ну же! Так, я помню, где гараж, я помню, где... Что? Получилось! Итак, раунд номер 2. Ладно, Няшка, чтобы тебе было проще меня найти, я буду использовать ксилофон, чтобы ты мог меня найти. Так, да, лучше вон, поиграй в игрушки. Вот это на пользу тебе пойдет. О, привет! О, привет! Яблочко хочешь? Не-не-не-не-не-не-не, яблочко мне вообще не интересует, Няшка. Я пошел, давай, пока. А мне кажется, очень хорошее яблочко. Слушай, иди-ка сюда. Да не-не, зачем? Я не хочу, меня не интересует вот это вот. Вообще не надо. Здоровым будешь, здоров, фрукты надо есть. Да как ты меня заметил? Я же малыш, вообще отстань от меня! Я все вижу. Все, смотри. Я купаюсь здесь, в ванне. Вот так, уточки есть всякие. Вот видишь, так. Дональд the Duck. Слышишь? Красота, да, вообще приятно. Вот я мыло сейчас возьму, помою здесь. Поэтому нормально все. Не переживай за меня вообще. Вот, видишь, он со мной ходит теперь. Утенок-то? Да, все хорошо. А, ну все хорошо. Няшка, видишь этот отбеливатель? Нет, отдай! Куда ты его забрал? Погоди, тут мои таблетки. Что тут мои таблетки делают? Погоди, сейчас деду надо таблеточки принять. Сейчас, секунду. Да, давай, хорошо, удачи. А я пока что покупаюсь. Так, где? Что же? Нет! Тихо! У меня почти получилось. Куда? Какой ты унитаз? Нет. Ты куда полетел, Няшка? Я в ракету. Какую ракету? Дай мне... Нет, не дам. Ты увидел себя, как ты выглядишь, что? Нет, ладно, так унитаз не получился. Унитаз не получилось, хорошо, нужно искать другие способы. Давай лучше яблоко, я тебе предлагаю лучший способ, просто прекрасный. Яблочко, вот куда ты на улицу побежал? Ты же сейчас замерзнешь, ты без одежды, алло. Так, отлично, Няшка, ты меня... Пропустил, я думал, ты меня не заметишь. Так нечестно. Не, так. О, я хочу с пчелами поиграть, можно, пожалуйста? Нет, ужалят. Яд пчел очень... Ладно, у меня нужен какой-то предмет. О, гриль! Великолепно! А, нет! Няшка, я горю! Ты что сделал? Ты куда меня выкинул? Нет, иди сюда! Нет! Нет, все, гриль! Няшка даже не понимает, что ему нужно сделать! Да, корми меня сколько угодно! Это тебе не поможет! Я сгорю на этом гриле, Няшка! А вот так вот! Это тебе не поможет! Нет, время вышло! Я не успел! Я не успел! Но тебе все равно бы это не помогло! Я бы выиграл! Да, все. Папочка спас, как говорится. Папочка здесь зарешал. Все, ну, я считаю, я гений мысли, отец русской демократии. Ага, конечно. Няшка, если что, там был один способ, которым можно прекратить барбекю меня. Но ты до него не догадался, поэтому я это сделаю в следующий раз.
И что же там было? Да ничего, я не расскажу. Ну давай посмотрим, что будет дальше. Друзья, если вам понравится эта рубрика и вы захотите еще одну серию, то не забудьте поставить лайк. Если мы с вами наберем хотя бы 50 тысяч лайков, то 100% следующая часть выйдет как можно скорее, да, Няшка? Если не наберем, папа отшлепает вас. Вот именно, вы бы не хотели наверняка, чтобы такой папа отшлепал вас. Абсолютно. Да, поэтому поехали. Господи, этот дом безумно огромный. Здесь столько всего и столько всего можно поделать. Но нельзя, я запрещаю. Ага, опа! Как вот ты запрещаешь? Ты как меня нашел вообще? А все. Иди куда отсюда, иди отсюда, Няшка. Нет. Все, пока, куда я полез? Полез. Куда ты, что это? Куда ты говоришь? Офигеть, что это? Что это, куда? А ты меня видишь, нет? Да. Как это, я себя не вижу? А я тебя вижу. Ну ладно, все, давай, пока, удачи. Быстрее. Как? Нет! Боже! А вот все, даже со своей метлой не достаешь. Все, давай, иди сюда. Давай лучше спать сюда уложим. Спать пора. Пофиг на эту метлу! Так, а это что? Какую-то. Офигеть! Офигеть. Иди сюда. Что? Нет! Нет, пока! Пока! Что это? Нет. Взорвать, не взорвать! Взорвем! Что? Кто? Няшка, что ты сделал? Лучше тебе бежать! Что ты сделал? Я не знаю, что я сделал! Я, кажется, все взрываю! Да! Да из-за этого умер я и ты! Поэтому это, можно сказать, ничья сейчас была! Так, это что сына, у нас? Мне это уже надоело, слушай. Ладно, давай перемирие, папа! Давай, перемирие! Смотри, я тебе сыграю на вот этой вот флейте, а ты меня отпустишь, хорошо? А когда ты научился? Когда только родился? О, у тебя талант, слушай. Ну, я бы тебя как он в школу музыкальных искусств записал. Спасибо, папа, пока! Быстрее. Ну, даю тебе секунд 10. Так, нужно найти какой-нибудь способ. Опа. Няшка, ты где? Ты случайно... Так, вот это я, пожалуй, выключу, это небезопасно вообще абсолютно. И точно, ты в холодильнике. О, офигеть, тут хорошо. Что? Вообще. Куда ты опять упер? Так, вот это я, пожалуй, заберу. Да, забирай, Няшка. Я сейчас тебе вот этой вот... Няшка! Что? Я был как... в печке! Погоди, так я же ее выключил! Да! Но я же вне находился! Ты отошел, я снова ее включил! Почему тогда не было видно, господи? Потому что я специально спрятался там! Ну ты, конечно, наглый, вот ты незаметный. Ладно, твоя взяла. Смотри, до сих пор горю, а нет, уже не горю. Эх, Няшка, плохой из тебя отец! Вот не умеешь ухаживать за младенцами! Вот как ты за Дони-то ухаживаешь, я вообще не понимаю. Да он такой, капризный ребенок. Капризный ребенок, ага. Поэтому что воспитание это вот такое, вот, Няшка, твое. Да ужас, мне в конце концов, мне 22, какие дети? Так, я что-то не понял, а как туда пробраться? Куда? Туда наверняка можно пробраться, но как это сделать, непонятно. Куда ты там пробраться захотел? Опа, отлично. Открылись двери? Нет, не открылись, ладно. Нужно найти способ, как можно открыть эти двери. Опа, стоп. Не нужно ничего искать. Здесь я уже был. Опа! Я знаю! О, привет, Няшка! Так, какой? Я тебе не Няшка, я тебе Владилен Андреевич, твой отец. Ага, какой там отец, я не знаю тебя. Так, отлично, я нашел вилку, Быстрее. Нет. Быстрее. Нет. Нет. Так, опа. Ждем, когда Няшка теперь придет. Няшка! Нет. О, да. Итак, друзья, я думаю, вы все понимаете, для чего нужна вилка. Что? Так, опа, давай. Да! Что? Я засунул вилку в розетку, Няшка. А, да как так можно-то, алё? А вот так вот, Няшка, мастерство быть младенцем, понимаешь? Кажется, пора либо убрать все вилки из дома, либо все розетки. Ну, тут варианта только два. Да, одно из двух. Сам будешь выбирать, что тебе там убирать. Ох, Няшка, я даже не знаю, как тебе тут выиграть. Ладно, Няшка, так уж и быть. Смотри, я не буду брать никакой предмет в этот раз. Я буду тебе даже подсказывать, где я нахожусь. О. Слышишь, да? Да. Я здесь, Няшка. Я тебя жду. Стоп, что? Няшка. Няшка, давай, ты где? Погоди, это как... Опа, здрасте! Привет! Так, хватит, ты уже беспачкаешься! Да нет, как ты меня нашел?
нашел здесь? Как ты понял, что я здесь? Опа, 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 опа. Нет, нет, нет. Это что такое? Это морозилка? Да, и вылези отсюда. Нет. Тебе сюда нельзя. А что это нельзя? Что это сразу нельзя? А все. Я знаю, я тебе сейчас заспавлю инвентарь. И у тебя все будет в барьерах. Нет. Опа, что это такое? Это изолента. Стоп, интересно, а я могу тебя заклеить? Куда ты уже успел убежать? Эй, куда ты забрал у меня изоленту? Я тебе сейчас ноги свяжу. Я двигаться не могу, няшка. Получилось. Ты что там делал? Так, а ну иди сюда, а ну иди сюда. Нет, отстань от меня, отстань. Да когда я смогу двигаться уже? О, 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 все, могу, могу, супер. Так, 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 нужно что-то придумать. Опа. Как ты развязался? А, холодно. Может быть так получится, может быть так получится. Нет. Да, получилось, нет! Шершни, да! Быстрей, нет, быстрей! Нет, нет, где? Так. Почему? Где? Ты их убил всех! Я их убил, я их убил, я их убил! За что? Опа! Нифига себе, что я умею! Эх, а так хорошо получилось! А, они живые, какого черта вообще? Нет, погоди, как? А, точно! Нет, он додумался! Он додумался, за что? О, нет, у меня заканчивается время, у меня заканчивается время. Гномы, сделайте что-нибудь! Так, что же делать, что же делать? Свечка! Разобьешь гнома, мама меня убьет! Свечку, свечку, можно что-то сделать? Опа, это что такое? Нет, 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 нет. Чё, что? А нет, это ничего, это ничего. Нет, время вышло, мама пришла, за что? Всё, мама пришла, сейчас тебя отшлепает. Слушай, ну это было хорошо, что у тебя была... Мухобойка, да. Мухобойка, да. Повезло тебе, повезло. Посмотрим, повезет ли тебе так в следующий раз, няшка. Я-то уже все знаю, что ты на что-то способен там. Так, полетели. Вот эту вот камеру бы ее убрать куда-нибудь. Мне безумно интересно узнать, как открыть эту дверь. Я должен ее каким-то образом открыть, но как это сделать? Не надо тебе открывать двери никакие. Какой-то напиток. Нет, нет. О, полетела душа в тело. Тихо, 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 не там. Походу, таблеток надо пора принять. Не там я, не там я. Дяшка, не смотри на меня. Даже не думай ловить меня. У меня 30 секунд левитации, я сам себе хуже сделал. За что? Давай, иди сюда. Нет, нет, Дяшка, иди отсюда. Давай, давай, нет. Даже не думай. Ты не сломаешь себе кости, нет. Я тебе не дам сломать кости, давай на ручки. Давай сюда. Ага, удачи поймать меня. Да-да, давай иди сюда. Что это за напиток такой? Я не могу двигаться вообще. Няшка, ты выглядишь очень страшно, уйди отсюда, пожалуйста. А ну иди сюда. О! Так, о, все, поймал. Опачки! Нет! Да-да-да-да. Куда? Куда забрал у меня? Что это? Что это? О, няшка, нормально, я в песочек играю здесь, видишь? Песочек? Да-да-да, я в песочек играю. Опа. А ну отошел. А ну пошел отсюда, я сказал. Положить, положить. Итак, теперь ты выполняешь мои поручения, понял? Теперь ты ребенок, а я отец. Что? Тебе ясно? Так, положи, положи вот эту бяку, положи. А как стрелять? А вот все, пальцы не дотягиваются. Положи игрушку. Нет. Это тебе не игрушка. Я тебе, кажется, ногу отстрелил, дяшка. Что? Опа. А я сюда могу? Интересно, как? Тут, здесь я надо что-то взорвать. Только прыжками могу на одной ноге. Так, нет, это мне не надо. Это что? Так, это что? Ай, быстрее. Маленький поганец. Это тоже фигня какая-то. Нужно найти способ, нужно найти... О, точно, то, что я хотел попробовать в прошлый раз. Опа, так, и вот так. И где ты там? Работает или нет, не пойму. Я надеюсь, что работает. Что ты там проверяешь? Да, да, работает, работает, морозилка работает. Ой, зачем что? Я спалился? Нет, какая морозилка? Я спалился. Нет, нет. Быстрее, 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 чуть-чуть осталось. Нет, няшка! За что? Так. Лопата? Нет, 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 а нет. Это нет, что, нет. Чего? Нет! Нет! Да, я умер! Я нет! Умер! Я все-таки замерз! Я все-таки замерз! Получилось! Ой, няшка, надо тебе взять курсы! Реально, настоящие курсы, чтобы научиться быть отцом! Ну, от шершни я тебя, по крайней мере, спас. Ну, по крайней мере, да, что-то ты умеешь от шершни защищать. Да, няшка, все уже поняли, что у тебя никаких так, шансов. Так, слушай-ка, сына, я тут одну штуку на Алиэкспрессе купил. Какую? А я тебе сейчас покажу, а ты где? А я пока что это, а это твои таблетки, не буду я ими пользоваться. Так, это я уже и делал. Не надо. Может быть, в унитаз как-нибудь? О! Нет! Офигеть! Офигеть, нет! Я смылся в унитаз! Что? Опа, да. Это что, это какашки? Что? Офигеть, да. Это реально какашки. Ты где там, няшка? Как ты туда попал? Так, а что здесь можно поделать? Здесь ничего нету. Опачки! Опа, я, кажется, а тоже... это что? Офигеть! А ну иди сюда. Что я сделал? Что? Я смешал что-то? Что радужное... ты нам смеш... радужное зелье. Офигеть, что я ты... радужный! В смысле? Я не знаю, но я радужный! Сына, ты где, алло? Я? Да нет у меня здесь! Сына! Да, 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 что такое, что такое, да? А ну иди сюда! Как мне выбраться отсюда? Как мне выбраться отсюда? Откуда? Да из толчка! Так, ты все еще там, что ли? Что ну ты да? там забыл? А-а-а! Что с тобой? Так, стоять! А-а-а! Ты что тут делаешь? Нет! Ты что сделал? Я двигаться не могу теперь! Все, это моя новая вещь с Алиэкспресса. Ага, крутая вещь! Проверить. Что ты мне своей жопой вертишь?
нужно добраться, нужно добраться, нужно добраться. А для чего мне радужна эта вот фигня, которую я выпил, я не понимаю. Вот это я не знаю, но мама, мне кажется, такому не быстрей! Очень... Да! Нет! Все, выпивай! Нет! Все! Да! Мыло! Нет, какое мыло? Отдай сюда, отдай сюда. Я понял, чего было нужно, чтобы тебя подкидывать! Что? Так, быстрее, после речка осталось, у меня очень мало времени. Нет! Иди отсюда! Да! Не могу двигаться! Да! Нет! Все, Китай победил. Слушай, я считаю, это было круто. Это победа Китая. Победа китайских приколюх. Все, ура. Это было круто, это было круто. Ну что, друзья, думаю, на этом мы будем сегодня заканчивать. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Напоминаю, 50 тысяч лайков, мы продолжаем играть в Доту и Бабочка в Майнкрафте. А пока что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Всем пока.